Каждое последнее воскресенье ноября Россия празднует День Матери. И сегодня, 24 ноября, движение «Матери России Республики Дагестан» в стенах библиотеки имени Фазу Алиевой начало празднование долгожданного события «Голос мира и любви». Отметим, что в рамках данного мероприятия библиотека также празднует 90-летие дагестанской поэтессы Фазу Алиевой. Началось мероприятие со стихотворения самому важному человеку в жизни каждого – маме. По-русски мама, по-грузински нана, а по-аварски ласково баба. Из тысяч слов земли и океана у этого особая судьба. Почетными гостями на мероприятии были многодетные матери Каспийска, опекуны, мамы детей-инвалидов, представители движения «Матери России» в лице Таисии Магомедовой, а также мать-героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова Сапижат Мазаева. Поблагодарить всех присутствующих и выразить слова благодарности изъявил желание советник президента Международной ассоциации исламского бизнеса Абдулла Муташгаджиев. День матери у нас каждый день. Каждую секунду, каждую минуту нашей жизни мы обязаны чтить и уважать наших матерей. В первую очередь хотел бы поблагодарить и поздравить мать нашего героя. Героями не рождаются, героями их воспитывают. Вам огромное спасибо, что воспитали такого сына. Я бы хотел бы пожелать всем остальным матерям, чтобы ваши дети были всегда рядом с вами, чтобы они вас похоронили, чтобы вы не видели горя своих детей. В рамках встречи прошло награждение матерей за их бесценный труд, любовь и веру, которые они вкладывают в своих детей. В завершении мероприятия директор библиотеки выразила слова благодарности всем, кто посодействовал в организации такого масштабного праздника. Я хотела бы в свою очередь поблагодарить администрацию города за оказанную помощь, а также депутата Народного собрания Республики Дагестан Заура Расулова и Международную ассоциацию исламского бизнеса в лице советника президента МАИП Абдуллы Муташгаджиева. Спасибо им за оказанную помощь.